Мы с вами решили, что тюль в мою комнату нужен, потому что смотрится голый. И я, девчонки, купила вот такой. Мне понравился. Знаете, такое летнее настроение, бабочки, кокетливо. Конечно, вот эта вот вся красота, она у меня останется внизу. Не знаю, будет ли что-то видно или нет. А наверху вот такие вот воздушные летящие бабочки. Я сейчас закину в стирку и как повешу, вам обязательно покажу. Мне кажется, будет симпатично. И видите, здесь такая пудровая вышивка. Смотрите, была золотая и пудровая. А у меня же шторы такие вот розово-фиолетовые, поэтому я думаю, будет здорово смотреться. Вот. Так что вот такие вот бабочки скоро будут порхать у меня в комнате. Пойдемте стирать. Я уже загрузила стиралку. Осталось только добавить гель для стирки. Но вначале хочу вам про него, девочки, рассказать. Потому что он мне понравился. Я из тех людей, кто обожает стирать. У меня стирка на ежедневной основе. Знаете, свежевыстиранные полотенца, постельное белье – это моя слабость. Поэтому я хорошо уже протестировала. И сейчас вам расскажу. Ну, во-первых, девчонки, это супер концентрат. 5 литров. По выгодной цене можно заказать на Wildberries. Ссылочку я, конечно, оставлю вам в описании. Подходит для ручной стирки, для машинной стирки. И он получается универсальный. Видите, для цветного, белого, темное тоже стирала, все хорошо. Он обладает антистатическим эффектом и смягчающим. Потому что я стирала тюль, и он, когда гладишь, обычно электризуется. Здесь все вот просто как по маслу. И не такой помятый был на выходе. Это мне понравилось. Приятный аромат, знаете, что-то такое свеженькое, алоэ, травянистое, но этот аромат уходит, когда белье полностью высохнет. Поэтому я осталась полностью довольна. Замечательная цена за супер концентрат. Девчонки, ссылку оставлю вам в описании. Тоже протестируйте. Может, какие-то другие продукты от Easy Clean вы пробовали, потому что у них есть и для посудомоечной машинки, и для мытья полов. Вот интересно, есть ли у них кондиционер для белья, надо посмотреть. Ну что, заливаем гель, начинаем стирать, и уже хочется поскорее повесить тюль. Так, а ну тюль не трогайте. Вот хулиганы, вот хулиганы, а? Девчонки, кстати, тюль повесили. Так, больше негде, да, играть? Хулигашки. Вот так смотрится. Смотрите, прикольно. Конечно, с тюлем гораздо уютнее. Мы были с вами правы. Включу свет, вам покажу. Вот так вот выглядит. Вышивка внизу обильная. И кверху бабочки все меньше и меньше размером. Сейчас вам покажу их поближе, потому что тут два вида. Смотрите, одна вышивка. Вот видите, значит, окружность крыльев у нас вот такая вот. Розовенькая, а внутри белая. А соседняя бабочка наоборот. Видите? Как бы так показать? Вот, вот, вот тут понятно. Красивый, очень красивый тюль. Нежненький такой. Мне очень нравится. Напишите, девчонки, как вам. Марсик, походу, вообще в восторге. Но что творит, буду следить. В детстве он мне столько тюлей попортил. Эй, обалдуй. Ну, хулиганье. Рыжее хулиганье. Давай задерну, пока вы играете, чтобы вы не трогали. Ой, хулигашка. Про камин много раз спрашивали. Девочки, обязательно вам расскажу, покажу. Давайте, наверное, уже в следующем видео. Кто мне ногу грызет? Нога мне еще пригодится, Марсель. Вот вторая. Напарница его, хулигашка тоже. Только что залетела муха, девочки, его было не остановить. Да, он защищает свою границу как может. Посмотрите, кривляется. Ой, кривляется. Сейчас нападет на нее или нет? Смотрите, смотрите. Вот так вот. Сейчас я тюль уберу все-таки. Мы собрались в парк погулять. Смотрите, тут какие цветочки во дворе расцвели. Очень симпатичные. Они, по-моему, бывают белых цветов, да, и вот такие вот розовенькие. Симпатичный такой куст хорошенький. Видите? Я
я вам не показывала, что интересного в магазине Доброцент. Пойдемте посмотрим. Смотрите, на входе у них свежий хлебушек. И, о, стало гораздо светлее. Слушайте, класс. Вот такие есть садовые. А это что такое? Табуретки вот такие. Они, кстати, без... А, вон цена. 1089. Такие вот кому нужны. Порошок. Порошок по цене. Вот. 730. Подгузники есть вот такие. 506. Вот такие подгузники. Может быть, кому-то нужно? Заодно покажу. Это у нас что такое? Женские штучки. 99,90. Такие. Я все вам говорила. Покупаю сейчас на Валберес, либо на Озон. По 3 пачки, по 6. Получается гораздо выгоднее. Байкал есть. О, кола 99,90. Вот это моя самая любимая кола. Но я воздержусь. Так. Все-таки решил взять колу. Ладно, пусть будет. Так, бумажные полотенца 82,90 Зева. Вот такие вот. Вот такие вот. А дальше это что у нас? Влажная туалетная бумага 110,90. Ну вот смотрите, видите, бумага. Нет, это влажные салфетки. По 119. Я вам показывала на Валберес. Можно 6 штук взять по 60 рублей. Ценам пробежимся. Смотрите, килька 40,90. Вот такая вот килечка. Дальше. Селедка натуральная 69,90. Это вот такая сельдь. Шпроты 114,90. Слушайте, я так громко, видимо, тут разговариваю. Мужчина такой, вот это, да, вы сказали, хорошая кола? Я тоже возьму. Так что я тут рекламное лицо, колу из черноголовки. Значит, свинина тушеная 98,90, вот такая. Вот. Сегодня дяде Грише надо было заехать в Подкову. И как раз здесь парк рядом. Говорит, поехали со мной, мне скучно. Я никуда не собиралась. Он говорит, поехали, поехали, погуляешь, поснимаешь. Все заботятся, девчонки, о контенте. Чтобы вам было интересно. Вот такие вот помидорчики, томаты 79,90. Огурцы 85,90. Вот такие. Такие вот огурчики. Видите? А томаты вот такие. Мне очень нравятся, которые продаются в Перекрестке. Вообще Перекресток, молочка, девочки, очень понравилось. Что нашел? Ананасики. Давай возьмем. Кольцами. Кольцами лучше, вот даже девочки сказали. Смотрите. Горошек Бондюэль. Один, да, хватит. 78,90. Вот эта фасоль классная. Мы ее часто берем. Вот такая Фрау Марта. 50,90. Ананасы папа взял 147,90. Они вот такие большие. 850 миллилитров. Слушайте, какую мы фирму с вами, помните, готовили? Такой отстой. Green Village. Девочки, не берите. Прям мусор как будто положили. Вот такой кошачий корм продается здесь. Котик. Ой, сегодня Марсюша такой смешной. На животе где-то скотч себе прилепил, бегает, нервничает. 20,90 стоит. Вот. Корм для собак. 1418, да? Для котиков вот такой 85,90. Но эту фирму я... А, нет, это наполнитель, девочки. Но самый лучший Китти в Пятерочке. Вот это, ага. У нас маленький был дома. Надо состав посмотреть. Вот он без этого. Давай вот тут вот состав сейчас глянем. Вот. Не, не очень хороший, смотри. Да, да, не берем его. Вот это что? Смотри, чесночный? Ой, ну, не знаю. Давай сырный сейчас посмотрим по составу.
Ну, ешечки есть, загустители. Угу, давай лучше будем Хайнц брать уже проверенный. Там, конечно, тоже химия, но все равно. Смотрите, мистер Рика, вот такой вот майонезик провансаль, стоит 134,90. Пойдемте в заморозку. Есть у них овощи, фрукты, но, девочки, они в таком некрасивом состоянии. Вот посмотрите. Ну, вообще... Ну, отстой же, правда, поэтому мы здесь не берем. Вот лимоны есть, специи всякие. Кстати, вот такой еще есть майонез Слобода. На него ценник не вижу. Смотрите, всякая селедка продается. Вот такие крабовые палочки. Но я такое, конечно, не беру. А вот потом вот такие крем-пасты есть. Вот такие из знакомых, смотрите. Санта Бремер, хорошая фирма. А, креветка и творожный сыр. Вот можно взять. А, что еще? А, эту фирму мы брали, нам не понравилась. Невкусная. Продукция Черкизова. Папа может. Потом что еще вам показать интересненького? Вот смотрите, колбаски, да, что почем? 269,90. Ветчина домашняя. Вот такие сосиски 176,90. Будете знать. Сейчас состав посмотрю, покажу. Сейчас вот такая папа может с индейкой 278,90. Но тут дешевле, в общем. Вот такая вот колбаска сервелат, но на него нет цены. Видите, молодцы, все здесь хорошо положили, в отличие от фруктов, овощей. Там отстой. Такая колбаска Останкино, можете посмотреть. Нарезочка. Нарезочка. Где нарезочку я увидела, да? Вот такие какие-то штуки. Какой сыр? Не, а нету? Вон тот возьми, Белебеевский. Это какой? Вот, хороший сыр. Так, а это у нас что такое? Кстати, Вкуснотеево, Ряженка, очень хорошая фирма. А сколько стоит? Заморозка у них также есть. Вот смотрите, по ценам, девочки, здесь. Просто я пельмени 141,90. Ау. Ой, там такие некрасивые. Давай здесь не будем. Да где он, нормальный, ненормальный? Но этот неплохо. В общем, надо рыться, выбирать, да? Ну вот смотрите, это, конечно, не то. Так, идем дальше. По заморозочке, смотрите. А, Цезарь пельмешки есть по цене. Пельмени, пельмени фермерские. Ну вы быстрее меня увидите, да? Блинчики вот. А, вот пельмени Цезарь. 700 грамм, 126,90. Так, крабовые палочки. Рыбка какая-то, но не очень симпатичная. Вот это тесто морозко. Кстати, классное, но здесь дешевле, действительно. Колбасы, люля, кебаб, тесто вот. Видите? Килограмм 171,90. Брала хорошее. Вот такие здесь овощи. Мне нужно замороженную вишню, но мы будем еще заезжать с вами в Маяк. Там возьмем по цене, вот можете посмотреть. Угу. И есть всякие мороженки. Смотрите, какой ежик симпатичный. И вот. Но я сейчас стараюсь все-таки себя ограничивать по цене. Вот. Здесь есть, девочки, бакалея. Вот такой вот рис, гречка. Можно смело покупать. Большие макаронины. Вот такая вот фирма. Но мне неудобно. Мне удобнее покупать именно вот пачками. Засыпала, сварила, и там на пару дней хватает нам. Вот. Вот такой вот вид макарончиков есть. 144,90, 3 килограмм. Также здесь есть всякие, конечно, сладости. Видите? А это должно вот так вот храниться, не в холодильнике. Очень интересно. Вот такие вот есть вкусняшечки. 199,90. Мармелад 106,90. Рахат лукум 97,90.
Вот такие вот вкусняшечки здесь. Красиво выглядит. 106,90. Вот такие палочки. Большие семечки-кукусики тоже дешевле. 94,90. Это большая пачка, 270 грамм. Но мне очень нравится крутой Уокер, девочки. Обалденные семечки. Вот эти вкусные конфеты здесь тоже продают. Вот кто-то дырочку сделал. Рэнди. Вкусненькие они. Стоят 139,90. Всякие вот такие сладости разные. Конфеты. Вот такие вот. Joy Nut. 124,90. Вот такие конфетки интересные. Называются Конти. 213,90. 1 килограмм. Дальше вот такие вот конфеты с белочкой. Видите, многие вообще так нехорошо поступают, рвут все и приходится вот так вот им перекладывать. Здесь фрукты, соки, да, фруктовые соки хотела сказать. Сказала фрукты, соки, напитки, там алкогольные есть такие. Хорошенький, небольшой, мы всегда тут что-то донаходим. Вот набрали две наши бутылки, две дяди Гриши. Такие. Что такое? Кстати, брали вот этот лагман острый. К чаю. Но я такое не люблю, но если ты любишь, бери. Здесь есть разные чипсы. Давайте покажу. Лейс 158,90. Это большая пачка рифленых чипсов. Вот такая вот сметана лук. Такие 158,90. Тоже большая пачка. Вот такие воронцовские сухарики у них есть. 113,90. Так, что еще? Читос. Вот такие вот большие. Вот ценнику сейчас. А, вот 64,90. Так что вот так. Ну и алкоголь. Вот эти чипсы мне очень нравятся, и мне хватает прям на несколько дней. Надо взять. Они стоят 144,90, но это большая пачка. Здесь сколько грамм-то? 240 грамм. Эту я возьму. Также здесь есть детские игрушки, но, знаете, они такие неинтересные, на мой взгляд. Тетрадки в школу. Только школа закончилась, да, девчонки? Я вам опять их показываю. 5 рублей 50 копеек. Вот что мы в итоге здесь взяли. Огурчики все-таки набрали мои. Вот. Сыр вот этот хороший. Вот такой сырочек еще взяли. Ну тут мы уже закупились, это был магазин Доброцен, я немножечко вам показала цены. Сейчас мы поедем в парк, помните, орнитологический, в который мы с вами уже ходили. Посмотрим, может быть, там что-то расцвело, какие-то новые птички появились, все вам покажу. И нужно еще будет заехать в Подкову, там нужно будет дяде Грише. И заодно я хочу посмотреть стоимость плитки в ванную. Знаете, мы так подумали, лучше уж правильно сделать вначале ванную. А двери, в принципе, и так нормально смотрятся. А в ванну заходишь, вот этот вот, то, что плитку сделали не до верха, мне не очень нравится. Кстати, у тебя пап пакет рвется, ты знаешь? Это отсюда интересно. Вот, смотрите, и режим работы. С 9 до 8 можно посетить парк. Но нельзя на самокатах, нельзя на велосипедах. Просто гуляете и кайфуете. Кстати, как красиво. Здесь уже второй раз, и мне здесь очень нравится. Смотрите, здесь посадили так розочки красиво, почему-то их подстригли, что они только наверху, и мне кажется, когда они все зацветут, будут очень-очень красиво. А еще мне нравится, что здесь такое вот большое пространство, нет чего-то высокого, и ты ходишь, и посмотрите, вокруг вас просто кайф, простор. С той стороны горы, с той стороны море. Замечательно, очень рекомендую. Кто-то нюхает уже розочки. Посмотрите, какие красивые, нежные. Ой, ну какие красивые. Это, да, красиво? А как пахнет? Слушайте, реально очень вкусно пахнет. Посмотрите, какая роза. Шикарная, просто шикарная красотка. Видите?
белые, какие крупные. И они реально пахнут. Ну-ка. Такая же роза, как и там. Ну вот, слушайте, окрас у нее, конечно, какой-то... О, называется Gloria Day эта розочка. Такие вот. Такие. И вон ту сейчас желтенькую посмотрим. Слушайте, я в наглую. Смотрите, какая тоже. Слушайте, как они пахнут. Идем смотреть кроликов. Посмотрите, какая здесь уже зеленая трава. В прошлый раз, ну, мы зимой, получается, приходили. И такая была трава, да, не очень. А тут голубь. А где кролики? А где все? Ищем. Они, наверное, где-то балдеют. Или шелковица, да, еще называют тутовник, шелковица. Видите, ягодки уже поспевают. Погулял, поел. Слушайте, это все он. Ну, кто-то называет шелковица, кто-то тутовник. Мы в детстве называли всегда шелковица. У нас во дворе было это дерево. Мы, конечно, собирали платочек, домой относили, типа, мама, мама. Видите, ягодки вот такие. Вон, дядя Гриша уже ужинает. Смотрите. Здравствуйте, товарищи. Как у вас дела? Смотрите, им яблочко засунули, они едят. Вот это вся дорожка тоже по обе стороны тутовник. Тутовник так непривычно. Шелковица, ладно, буду называть. Смотрите, какой там простор. Шикарно, просто шикарно. Вот и нашли еще один урожай. Видите, уже чернеет. Но тут прям много-много. Вот тут какие-то тоже красивые. Вот так называются, девчонки, правильно. Шелковица белая, крупнолистная. Семейство тутовые. Китай, кстати, вот. А то я думаю, неправильно называю. Все правильно. Умная, оказывается. Слушайте, а вкусная она. Обалдеть просто. Вот немножечко уже почернела. Через неделю надо прийти собирать урожай. Посмотрите, какие малыши. А я даже их и не увидела, представляете? Такие маленькие. Боже мой. Плавили. Один там, видимо, еще слабый. Смотри, еле-еле идет такая. Здесь гуси. Ой, да, хорошие какие. А это уже мандаринки. Вот тут вот один сидит красивенький. Один вот здесь плавает. И видите, многие внизу. Ну, жарко реально. Ой, как они летом будут. Вот еще черешню мы тут нашли. Зелененькую, правда, дядя Гриша где-то добыл. Слушайте, вкусненькие, кисленькие такие. Обалдеть. Сюда пришел и наелся. Это яблочки. Называются, по-моему, дикорастущие яблоки или лесные яблоки. Проходили там табличку, но видите, уже тоже есть урожай. А вот и ива белая. Помните, мы когда приезжали с вами, ни одного листочка не было, а уже вон как красиво. Вот смотрите, и лебедь с это детками. Как? И там куча рыбы. Смотри, нож, лапку как положил. Видите, как лапку ставят? Дядя Гриша говорит, потому что их внизу рыбки кусают. Не знаю, так это или не так. Но они поднимают, трясут, а потом... О, видите, что делают? Какой-то он странный. Рыбку видите? Посмотрите, какой он крупный. Ух! Да, такой прям большой. Ну-ка, ну-ка. Будешь крылья поднимать? Только что видела, ты делал это. Угу. А посмотрите, как здесь красиво. Вообще. Вот такие, смотрите, красивые здесь еще фиолетовые цветочки. Там пчелка активно трудится. Прикольные, да? Смотрите, а это груша. Видите? Класс! Вот еще одно деревце груши. Видите?
посмотрите, какая красота, девочки. В горах еще есть немножечко снега. Видите, сейчас приближу, вот на верхушках, прям чуть-чуть. И давайте пройдемся по вот этому мосточку. Выходит солнце и становится довольно-таки жарко. Какой же кайф, девчонки. Ну, разве это не красота? Вообще, мне так нравится. Сегодня, конечно, никто не плавает, как я вам уже сказала. Это кто? Вы кто? Ой, мне так нравится. У меня сегодня такое хорошее настроение. А вчера то ли у меня было эмоциональное выгорание, то ли еще что-то. Я вот просто, знаете, начинаю снимать, и у меня не идет. Вот вообще. Я попыталась несколько раз, я понимаю, что у меня не получается. Ну, не знаю, может быть, эмоциональное выгорание. Плюс еще я смотрю, я понимаю, что сейчас многие... В отпуск, да, там уезжают, кто-то экзамены сдает, и просмотров стало поменьше. Я, конечно, из-за этого, если честно, очень расстраиваюсь. Поэтому, девочки, пожалуйста, лайк, пожалуйста, коммент, пожалуйста, смотрите мои влоги. Для меня это очень важно, как и для любого блогера, потому что если ты видишь, что меньше смотрят, ты начинаешь, типа, может, я неинтересна, может, я делаю что-то не так. Я понимаю, сейчас у всех реклама. Нас же лишили монетизации, но, слава богу, осталась реклама, за счет которой мы живем, за счет которой я могу себе что-то позволить. Это очень круто. Большое спасибо за ваше понимание. Многие поддерживают. Кто-то, конечно, пишет, задолбалась рекламой, а кто-то пишет, Лиля, не слушай, делай то, как делаешь, потому что мы все понимаем. Я вас очень люблю, девочки, вы у меня самые лучшие. Сосна итальянская. Ну, парку мы уже погуляли. Сейчас зайдем в торговый дом Подкова. Посмотрим стоимость плитки, ассортимент и межкомнатные двери. Надо прицениться, понимать, что сколько. Я уже накопила, но ставить будет мой брат с его другом. Надо договориться, потому что они у себя там тоже делают ремонт. И кофеечек захотели выпить. Кстати, здесь цены очень даже хорошие. Видите, по 60, по 70. Они сейчас вот взяли макачино. 70 рублей. Вкусненько. Я не хочу. Мне жарко. Вот они, межкомнатные двери. Сейчас я вам покажу, какую мы хотим. Вот такую. Вот такую вот дверь. Сейчас по цене посмотрим. Получается, наверное, вот это. Сколько стоит? Ой, тут коробка отдельно, дверь. Короче, зафиксирую вот такую. Но это не такая симпатичная. На Озон мы нашли посимпатичней. Вот. А если вот, вот это такая, тоже хорошенькая. Целую вот такую. Да. Этих. Тоже вот смотрите. Вот наши двери. Какие? Наши двери. А, это вот, да, первая дверь. И сколько такая стоит? 7 тысяч. 7 тысяч. А мы выкинули. А многие ее повыкидывали. Ну, так. Это консервная банка. Вот здесь, и смотрите. Что, да. Ну вот хочется такую вот резную. Это слишком. Внутри. Да. Так. Вот такая есть. Ну, что-то такая мне не нравится. Вот такая есть. Тоже не нравится. Помните, одно время все вот эти ставили. Мода была просто. Вот такие еще есть. Но мне не нравится текстура. Вот такая есть дверь. Это стекло. Вот такая. Стекло там есть? Есть, да. Но мне вот не нравится, когда... Нет, это мне кажется, знаешь, что не стекло. А, стекло матовое, да. Вот там, смотри. Вот. Да-да-да. Все, стекло. Вот стекло, чем... Да. Стекло, чем не нравится, тем, что когда, допустим, в коридоре свет горит, в комнату тоже заходит, а ты спишь, например. А потом в коридоре темно будет, видимо. Вот, смотрите, и плитка. Я смотрела кучу картинок, какие сейчас модно ванны, но ничего симпатичного я не нашла. Вот у них освещение дурацкое. Но что мне нравится, видите, они сразу же пример показывают. Ну и сколько что стоит, да? Сейчас посмотрим, какие есть варианты. Такое мне не нравится.
ванную комнату? Да, да, ванну. Это кухонька. Вот, смотри, какая ванна. Какая, покажи. Ну вот тебе нравится с темным? Мне кажется, лучше светлое, и пространство будет больше, да? Так. Вот такой, смотрите, рисунок есть. Ну, неплохой. Стоит такая. 2310. Да? И вот как будет смотреться. Вот. Угу. Видишь? А здесь еще надо посмотреть, просто, знаешь. Да, ну, давай посмотрим. Ой. Угу. Под кирпич. Вот, ну вот, вот мне. Вот светлый только. Да. Вот. Вот типа такой я и хочу. Видите, она такая вот как бы и серенькая, и беленькая, очень красивая. Вот ванна тоже, наверное, и... Да. Вот это мне нравится. Я, в принципе, вот такой ванную вижу. Вот круглое зеркало. Только вот здесь будут полочки, да? Ну, будем выбирать, конечно, все вместе. Но вот это вот симпатичное. Давай. Так. А здесь уже цветастые пошли. Ага, такая она мне нравится. Вот есть с цветочками. Но мне кажется, такое быстро надоест, да? Но красиво тоже. Ну, там, наверное, должен быть светлый, да? Так, да. Так, так. А там уже можно декор какой-нибудь сделать. Так, чтобы не уронить, потому что они тяжелые и скрипучие. Это молочная, да? О, вот маме, знаешь, вот такое вот нравится. Но тоже красиво. Вот он, видишь? Он. Да, вот так вот будет выглядеть. Ой, ну освещение тут, блин, лампочки бы заменили. Ну, видите? Но что-то мне вот не нравится. Вот смотри, вот это вот какой? Собрали. Некрасиво, да? Он шершавый. Его и мыть сложно. Давай следующий листай, посмотрим. Вот. Вот такой вариантик есть. Вот, вот наш вариант. У нас ванна здесь. Ну, здесь туалет. Туалет. Вот туалет. Если вот так делать, вот такой будет он. У нас тут так будет. Ну да, да. Давай следующее. Это нам тоже не нравится. Так, ну... Ну вот как вам такое? Я и для мамы сейчас поснимаю. Вот тут цена. Он тоже этот. А вот интересно, ну, смотри, это нет? Ну вот что-то не то. Не то. Не то. Такое мне уже вообще а вот не свет, нравится. Вот, да. Вот. Вот как у нас вот машинка можно тоже так. Нет, здесь мало будет. Ну, такое мне не нравится. Тебе нравится такое? Не очень, да? Вообще не нравится. Вот. Это тоже мне такое не нравится. Вот этот, смотри, какой-то. Ну, это вот, вот эта плиточка, видишь, в примере ее сделали. Так, вот. Вот такой вариант. Вот светлый вариант какой-то. Ага. Так, а этот вот такой вариант. Вот у нас туалет еще вот так вот. Здесь темный. Ну, это можно, видишь, комбинировать. Ой. Так, это уже с той стороны. Так. Вот здесь он белый. А здесь темный. Ну да, мы темный же не хотим. Не хотим. Так. Так. Ну давай, листай. Посмотрим. Ну, это вообще такое мне вот не нравится. Белый. Ну вот смотрите, как акцентная стена красивая. Ой, это в туалете можно такое сделать. Мама хочет какую-то восточку. И нам вот нравится светлая. Ну будем, конечно, выбирать. Может быть, какую-нибудь такую окантовочку восточную, да, сделать. А вот светлый такой. Ну это вот, вот эта плитка. Вот круглый, это зеркало, вот это. Так. Ну, он обижается тоже. Ну тоже, вот пока не вижу вот, плитку. Смотри, ну вот, не знаю, мне такое не нравится. Смотрите, вот это вот симпатично в стиле Прованс. Вот так будет смотреться. Но тоже, я думаю, это быстро надоест. Лучше взять что-то нейтральное. Это кирпичик, да? Там мы смотрели. Пошли следующий стенд. Вот, видите, вот мама хочет что-то вот типа такой восточки, ей нравится. Ну вот, типа вот так пустить. Но не знаю. Видите, вот такой вот пример. Ну, это слишком ряды. Да, вот ей прям очень нравится. Ну, будем смотреть, выбирать еще, конечно. Давайте, такой вот вариант. Человек, глаз отдыхал. Угу.
листики. Здесь тоже, здесь уже такие варианты. Ну давай дальше листай, посмотрим хотя бы, что есть. И вдруг вам кому-то надо? Ну вот эта плитка. Ну не знаю, мне кажется, это вот какой-то уже такой устаревший вариант. Но опять-таки не знаю. Вот это белый вариант. Вот такое зеркало хочу с подсветкой. Вот надо будет такое нам брать. Здесь что? Туалет? Угу. Здесь и туалетные, наверное. Не, ну разные. Нам-то и в туалет. Это уже с той стороны, да. Так. А тут мы не смотрели? Нет, по-моему. Нет, здесь мы не смотрели. Угу. Нет, такие вот ромбики, здесь смотрите. Уже узорчатые они все. Вон. Мрамор вот маме вообще не нравится. Ну и мрамор, мне кажется, уже устарел, да? Здесь он вообще какой-то. Он такой вот низкий. Кирпичик. Смотри, какой. Ага. Ну красиво это сделано. Снято из производства написано. Ну да. А вот белый, вот есть. Светлый. Вот наш ванна этот. What if don't know where we're gonna fly like you did sometimes.